Это же по-нашему, по-бардовски, когда мы так в интимной почти обстановке, как будто бы ночью, как будто бы в лесу, как будто бы у костра. Но я надеюсь, сейчас ситуация изменится. И это будет самым приятным приключением сегодняшнего гал-концерта. Вот, я же говорю, у нас волшебники. Дорогие друзья, добрый день! Я приветствую всех на гала-концерте 30-го детско-юношеского фестиваля авторской песни «Журавлиная родина». Для всех присутствующих хочу внести некоторые пояснения. Сегодня немножечко необычный такой у нас формат. Мы с вами будем работать на гала-концерте еще и в режиме конкурса. Поскольку мы были в сжатые сроки на прослушивание, и из огромного количества исполнителей было трудно выбрать тех, кто будет получать звание лауреатов и дипломантов, то мы приняли такое решение, что на гала-концерте у нас будет жюри, которое будет оценивать выступления исполнителей, и пока будут выступать другие номинации, они подведут эти итоги. Давайте я вам представлю тех, кому это очень нелегкая ноша выпала на плечи. Сегодня оценивать выступления исполнителей будут. Если мне в зал чуть-чуть будет виднее людей, мне будет легче. Я, конечно, их помню и пока не страдаю отсутствием памяти, но вдруг разволновалась. Ну ладно, тогда проверяем, насколько я в адеквате. А, так вы еще не собрались. Только Тани нет. Ну ладно, будем надеяться. Она позвонила, сказала, что они в пути, поэтому я надеюсь, что сейчас все произойдет. Итак, дорогие друзья, выступления исполнителей сегодня оценивают. Театр «Дух» Галина Андрея Соловьевы. Александр Сафронов. Никита Дорофеев. Екатерина Божева. И я надеюсь, буквально с минуты на минуту к ним присоединится Татьяна Дрыгина. Я желаю всем сегодняшним артистам хорошего настроения, получить удовольствие от собственного выступления и вам, дорогие зрители, получить удовольствие от целого концерта. Первым выходит на сцену Алексей Астахов, город Москва, клуб «Парусник», исполнитель 9 лет. Песня была так у Джавы протест Буратино. Какой несчастный случай завел меня в туман, к Мальвине приставучий попался я в капкан. Все арифметики ее и все грамматики ее меня замучили и портят настроение мое. Все арифметики ее и все грамматики ее меня замучили и портят настроение мое. Не буду умываться водою ледяной, пускай меня боятся, обходят стороной. Все умывальники ее и утиральники ее
умывальники ее и утиральники ее меня замучили и портят настроение мое. Ах, ах, какие страсти! Невежлив я, так что ж, из этих ваших здрасти рубашки не сошьешь. Все эти цирлихи ее и все манерлихи ее меня замучили и портят настроение мое. Все эти цирлихи ее и все манерлихи ее меня замучили и портят настроение мое. Замечательный совершенно Алексей. А на сцену выходит Кристина Котляр, также город Москва, клуб «Парусник», исполнитель и также 9-летнего возраста. Песня Юлия Кима «Веселые лентяи». Навострите ваши уши, лодари и неучи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Зря, ребята, вы страдали, зря болела голова. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Я учебники закрою, позабуду на столе. Большое спасибо Кристине. Наш концерт продолжает... Ой, это правда. Хорошо, что вы так горячо принимаете. Наш концерт продолжает Анна Бокова, город Новоуральск. Готовится Александра Кузнецова. Подбери тень мою там, под фонарем, сыплет иней на виски времени рука. Ты пока еще поешь, мы еще поем. Пой, если есть силы, то пой. Кто там за этой рекой машет? Но все, что случилось с тобой, все, что случилось со мной, наше. Закатай счастливый сон в банку из-под губ. Мы потом его добьем. Терпкий
летесной, что споет магнитофон, кто сыграет душ. Я пока еще с тобой, ты еще со мной, пой, если есть силы, то пой. Кто там за этой рекой машет? Но все, что случилось с тобой, все, что случилось со мной, наше. Большое спасибо, Аня. Я приглашаю Сашу Кузнецову на сцену. Вы не удивляйтесь, наверное, потому что, как правило, дети, которые поют авторскую песню, они очень умные, поэтому песня, которая уже прозвучала, она повторится, и, наверное, это связано с тем, что все-таки им иногда хочется быть другими. Навострите ваши уши, лодыри, и не учи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Зря, ребята, вы старались, зря болела голова. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Я учебники закрою, позабуду на столе, а с пустою головою легче прыгать по земле. А с пустою головою легче прыгать по земле. Я забыла сказать, что Сашеньке 10 лет, и вот ее выступлением закончили выступление наши самые юные исполнители. Мы переходим к средней возрастной группе. Открывает ее Николай Рыбаков, город Сергиев Посад. Я исполню песню Никиты Дорофеева «На велосипеде». На велосипеде, на велосипеде, ноги на педалях, руки на руле. Путь пока что светел, в грудь толкает ветер, и слегка отбито то, что на седле, пока от солнца душно, и не сдаются ноги, крути свои педали. Полный вперед и по крутому склону, и по дороге велик шутя пропрет. На велосипеде, на велосипеде, комары на ухо песенки свистят, в воздухе петляют, но не догоняют, лишь слегка сбивают с верного путя, пока от солнца душно, и не сдаются ноги, крути свои педали. Полный вперед и по крутому склону, и по дороге велик шутя пропрет. На велосипеде, на велосипеде, черная папаха и с кинжал в зубах. Разбегайтесь, люди, я сейчас поеду, вот уже я еду. Разбегайтесь, вах, пока от солнца душно, и не сдаются ноги, крути свои педали. Полный вперед и по крутому склону, и по дороге велик шутя пропрет. Под велосипедом, под велосипедом, руки
совсем недавно было на седле, пока от солнца душно, и не сдаются ноги, крути свои педали. Полный вперед ты по крутому склону, и по этой дороге велик везде пропрет. Это был Николай Рыбаков, ему 12 лет, а я приглашаю к микрофонам Алису Шимардину, город Пермь. Я исполню песню Григория Донского «Ангелы на шариках». Ко временному бегу равнодушны, не столько беззащитны, сколь смешны. Слетались ангелы на шариках воздушных, не потому, что были крылья лишены, не потому, что время кончилось до срока, и без времени близится черед, не потому, что им настолько одиноко, настолько, чтобы отправиться в полет на детских шариках цветных. Это была Алиса Шимардина, а сейчас выйдет Алиса, но Сутермина, город Москва. Здравствуйте. Я исполню песню «Человеку нужен дом» Елена Фролова, Анна Матасова. Извините, не строю это. Елена Фролова, Анна Матасова. «Человеку нужен дом». Thank you.
нужен дом, дом с человеком и котом. От печали и досад человеку нужен сад. Сад шумит над головой, дом смеется, он живой. В переплетах всех путей дом сберег своих детей. Дом сберег своих детей. Дом сберег своих детей. Человеку стал от бед, человеку нужен свет. Ночью свет горит в окне, дом открыт тебе и мне. Темноту с лица сотри, свет горит у нас внутри. Схлынет времени вода, заходи, погладь кота. Заходи, погладь кота. Волна нас хранит любовь одна. В колыбели всех дорог, где тебя обнимет Бог. Дремлет звездная волна, нас хранит любовь одна. В колыбели всех дорог, где тебя обнимет Бог. Где тебя обнимет Бог. Где тебя обнимет. Пусть качает мир немного, небо теплая ладонь в бесконечном доме Бога, где для всех горит огонь. Я люблю тебя, мой дом, с человеком и котом. Дремлет звездная волна, нас хранит любовь одна. Человеку нужен дом, человеку нужен. Это была Алиса Сутермина, и завершает выступление исполнителей средней возрастной группы Олег Пелевин, город Ярославль, клуб «Акварель». Добрый день. Я исполню песню Анатолия Секретарева «Романс со звездой». Когда зима ветрам навстречу, сугробов шуб распахнет, когда январский синий вечер на землю тихо упадет, я выйду в путь за хутор дальний, над ним уже горит звезда. И голос ясный, и печальный услышу в небе я тогда. Пой, мой ангел, пой, напев простой, как все святое. Я порой того не стою.
полон силы и покоя, как будто смысл высокий дан здесь над замерзшею рекою, моим запутанным следам. И можно, сбросив сердце камень, взлететь и плыть в безбрежной мгле. Но снег скрипит под башмаками, напоминая о земле. Пой, мой ангел, пой, напев простой, как все святое. Ты всегда со мной, хоть я порой того не стою. Простой, как все святое. Ты всегда со мной, хоть я порой того не стою. Пой, мой ангел, пой. Пой, мой ангел, пой. Большое спасибо Олегу. Мы сейчас приступаем к выступлению исполнителей старшей возрастной группы. Первым на эту сцену выходит Илья Куприянов, город Сергиев Посад. Да, сейчас, подожди. Да, вроде нормально. «Сон об уходящем поезде», Сергей Никитин. Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас, вращение земли, вращение полей, вращение вдали, берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, да видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен в угли и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу,
И чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Это был Илья Куприянов. Я приглашаю на сцену Кирилла Луговского, город Ярославль, клуб «Акварель». Добрый день. Я исполню песню Юрия Кукина «За туманом». Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, вихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги. Спасибо. Выступление старших исполнителей продолжает Ольга Шишова, город Ярославль. Готовится Сабина Сулимова. Добрый день, я исполню песню Арона Круппа «Заморозки». Листья в реке, желтые паруса, березина заплуталась в лесах, в поле озимые зябнут ростки. Заморозки, заморозки. Гуси над лесом печально кричат, стая на юг улетает. Прощай, с крыльев печаль свою. Заморозки, заморозки, заморозки. В белом тумане байдар, караван. Вечером к лесу придет, а туман скатится утром слезами с ресниц. Заморозки,
Заморозки, вечером банщик выгонит бот, Богу речному лампаду зажжет. Что-то прошепчут костра языки, может, про первые заморозки. Лес тихо замер у сонной воды, слушает сказки вечерней звезды. И в полнолуние тени резки, заморозки, заморозки. Грустно, наверное, гуси правы. Что-то по осени сам я раскис. Видно, коснулись моей головы заморозки, заморозки. Большое спасибо, Оле. А наш концерт продолжает Сабина Сулимова, город Тула, клуб «Бригантина». Я исполню песню Дмитрия Вагина «Радуйся». В этом месяце лодка давала хороший лов, только любовь. Я взял велик у дедушки Пака, завязанку дров, только любовь. Я промазал педали, они не скулят. Я приладил второе сиденье. Мы поедем в столицу на праздник рождения нашего короля. А ты радуйся и научи меня, радуйся и научи меня. Научи меня. И дорога начнется дорогой знакомых дворов. Только любовь увлекаясь горами за гладь кучевых облаков. Только любовь и продолжая гулять в разноцветных полях. Настоящее, как сновидение, мы доедем в столицу на праздник рождения нашего короля. А ты радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. Но ты же от самого детства не знала больших городов, только любовь. А здесь каналы вдоль улиц, машины по крышам домов, только любовь. И продолжая гулять, отдыхает руля, пусть в ногах остается гуденье. Мы в столице родной, тут праздник рождения нашего короля. И не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни сам Патхавон. Облако цвета сока, в руке у тебя цветок. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни сам Патхавонг. Облако цвета сока, в руке у тебя цветок. Не называй Бангкоком город. А радуйся и научи меня, радуйся.
радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. А ты радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня, научи меня. Благодарим Сабину Сулимову. Вот мы с вами послушали исполнителей. Я уверена, что мы с вами радуемся, потому что такие дети способны нас этому научить. Я приглашаю членов жюри подняться в 203-й кабинет для подведения итогов, а мы с вами будем слушать выступления других номинаций. Традиционно на фестивале «Журавлиная родина» конкурс проходит по следующим номинациям. Авторы, поэты, авторы песен на чужие стихи, исполнители, дуэты и ансамбли. Обычно мы это проводили в двух возрастных категориях, и в этом году впервые мы сделали младшую, среднюю и старшие группы, и второй раз уже продлеваем возраст для участников, выступающих в номинации «Авторы и поэты» до 23 лет. Так возраст участников ограничивается 19 годами. Вот мы сейчас с вами будем слушать тех поэтов, которые были отмечены в этом году членами жюри. Я приглашаю на сцену Елизавету Голосову, город Сергиев Посад. Здравствуйте. Я прочитаю два своих стихотворения. Первое называется «Костер». Красным и синим цветом мелькает свет. Также горит закат меж стволов деревьев. Дым вылетает из алых горячих лент, сверху сливается с пятнами ярких перьев. Этот безумный трепет и нежный треск, это слияние света с ночной природой, этот волшебно-черный печальный лес, души, давно закованные работой, все так тревожит мысли и гонит сон и растворяет взгляды своим гореньем. Тает бумага, летает со всех сторон, вдруг обернувшимся в пепел стихотворением. Самой теплой доброй ночи, сладких снов и верных слов. Что день будущий пророчит, и каков в нем наш улов? Не гадай, судьбы не путай, все идет своим путем. Даже по дорожке гнутой мы когда-нибудь дойдем в мир, где звезды словно очи, все сияют тут и там, к самой теплой доброй ночи, к самым верным крепким снам. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что ваши аплодисменты могут быть более горячими. Мы приветствуем лауреата 30-го фестиваля «Журавлиная родина». А сейчас на сцену выйдет еще один поэт, а это наши близкие друзья, которые приехали издалека. На сцену выходит Варвара Скребец, клуб любителей авторской песни гимназии имени Пушкина, город Сыктывкар. Эпиграф. Связь с космосом обычная у людей через волосы. Поэтому поэты кудрявы и получают необычные сигналы. Обескрылила себя о билете в проезд у кондуктора. Не сложился билет в журавля, да и ты не ложился до утра. Ты сидел перед чистым листком, без шевеления, без вздоха, убежденный собою в том, что эта пустотность надолго. Ты пытался заваривать чай, не хватило ни слов, ни воды. С балкона глядел на край ночи, на строчки прожилки листвы. Тишина совсем не беда, светает, чуть-чуть подожди, и сложится взгляд в слова, сплетутся кудри в стихи. По окну сегодня утром небо серое крутили. Сколько до него отсюда? Миллиметры, метры, милли. Будто маленькая муза, еле видный силуэт, по нему плывет медуза.
целлофановый пакет. Вздохом влюбчивого ветра, приглашенная на вальс, кружится она по небу, позабыв который час. Миг полета очень краток, и медузу не спросив, дождик наведет порядок, каплей в лужу опустив. Дорогие друзья, мы поздравляем Варвару Скребец с присвоением ей звания дипломанта юбилейного фестиваля «Журавлиная родина». А на сцену выходит совсем юный композитор. Концерт продолжает Таисия Зверева-Родригес, клуб «Акварель», город Ярославль. Стихи Марии Маховой, музыка моя, игра. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал путник запоздалый, на пути увидел знак, в общем, было все не так. Волны, волны, ветер, ветер, и один на целом свете маленький корабль плывет, продвигается вперед. Нет, в пустыне мы застряли, солнце село, мы устали. Ты верблюд, и я верблюд, и у нас один маршрут. Нет, верблюдом я не буду, не хочу я быть верблюдом, космонавтом быть хочу, лучше в космос полечу. Небо, небо, как река, в невесомость два прыжка, звездолет наш быстрый самый, улетаем на века. И бегут за нами мамы, обгоняя облака. А мы громче кричим браво лауреату 30-го фестиваля в номинации «Композитор. Младшая возрастная группа». А на сцену выходит Никита Обморшев, город Москва, клуб «Перекресток». Здравствуйте. Песня на стихи Вадима Бакулина «Автобус». Нет, не ехали, а плыли. Мы в иное измеренье. Мы вдруг в друге растворились. Наши души находились в небывалом измерении. Говорили. Пару раз встречались взглядом, чувства, что во мне штормили, все сомнения победили, боль и счастье были рядом. За окошком хороводы порыжевших старых сосен, стала портиться погода, взгляд суровый небосвода намекает, скоро осень. Интуиция шепнула, дальше выше быть не может, то судьба в глаза взглянула, черными зрачками дула. Целый век за вечер прожит. Отчего так хрупко счастье, ненасытно, быстротечно? Наш автобус желтой масти ехал дальше сквозь ненастье. Так бы я и ехал вечно. За окошком хороводы
порыжевших старых сосен стала портиться погода, взгляд суровый небосвода намекает: скоро осень. Намекает: скоро осень. Это был Никита Обморшев, дипломант фестиваля «Журавлиная родина». Номинация «Исполнитель» — старшая возрастная группа. А на сцену выходит также композитор Артем Травин. Город Тверь. Клуб авторской песни «Жемчужина». Простите, пожалуйста. Добрый день. Иосиф Бродский, я обнял эти плечи. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что казалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенною стеною. В лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертой, и потому диван в углу сверкал коричневою кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Лег по комнате, кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. А если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Спасибо. Дорогие друзья, запомните это имя. Артем Травин. Дипломант 30-го фестиваля «Журавлиная родина». Поздравляем Артема. А мы с вами сейчас будем слушать авторов, которые в этом году были отмечены членами жюри. Я приглашаю на сцену Ростислава Рожкова, клуб «Мастерская Васильевка», город Новотроицк Оренбургской области, автор старшей возрастной группы. Гитару слышно?
Песня называется «Гостья». Жизнью и с нами так таинственно сладок момент. Расскажи, ты вернешься ко мне шелком облаков меня коснись. Тени износились, бросим вниз. Будет легче нам нестись. Я все знаю, сила тянет внутри извне. Видно, ты из далеких планет. Не назвать это жизнью и с нами. Так таинственно сладок момент. Расскажи, ты вернешься ко мне. Ту-ру-рум, ту-ру-рум. Птица без крыла не жить. И перестал я рвать с твоей души. Зашипела молния нить. И ты исчезла. Друзья, Ростислав получает звание дипломанта 30-го фестиваля «Журавлиная родина». Поздравляем! А мне немножко досадно, что сейчас мы с вами не услышим выступление лауреата, но это не просто лауреат. А вы знаете, когда меня спрашивают, может быть, у авторской песни нет будущего, может быть, нет молодых авторов, я всегда говорю, да приезжайте вы на детско-юношеские фестивали. Но назови хоть кого-нибудь, говорят мне. И первое, кого я всегда хочу назвать, это вот участница этого года конкурса, но мы даже не понимали, как ее оценивать, потому что это автор, песни которого исполнялись на нашем фестивале несколько лет уже другими исполнителями. Я говорю о Лене Жилиной. Лена Жилина в этом году... читала и Татьяне Дрыгиной, и Юрию Лорусу, которые ее давно знают, и свои стихи, и пела свои новые песни. И мы приняли такое решение, что мы ей присудим звание Гран-при, а сделаем таким образом. Еще один автор, который очень яркий след оставил у нас в «Журавлиной родине», это представительница Сыктывкара Оля Курел. И когда в прошлом году Оля была у нас здесь, мы ей, в общем, я не люблю такие подарки деньгами, но вот мы ей подарили деньги в надежде на то, что она выпустит свою книжечку. Я осенью этого года была в Сыктывкаре, и Оля мне подарила несколько книг. И одну из книг я оставила специально на «Журавлиную родину», «Снежные пони». А в эту книжечку я вкладываю конверт с деньгами –
для того, чтобы, может быть, на следующем фестивале «Журавлиная родина» в призы могли попасть книжки Елены Жилиной. А на сцену выходят представители номинации «Дуэты». Дуэт, покоривший всех своим обаянием и очарованием. «Хвостики» — это Анастасия Гребенщикова и Алиса Шикас. «Дуэты» — младшая возрастная группа. Город Ярославль, клуб «Акварель». Добрый день. Мы исполним для вас песню. Юрий Харченко «Приличная дама». Что такое приличная дама? Дама носит большую панаму. Где подумаешь, ты мне захотеть и панаму надеть. Мы тоже приличная дама. Стоит мне захотеть и панаму надеть. Быть приличной дамой. И ты подумаешь, надо свеклой намазать румяна. Утро тени кашне, пусть серьги пенсне. И вдобавок сидеть очень прямо. Утро тени кашне, пусть серьги пенсне. И вдобавок сидеть очень прямо. А что нравится дамам прилично? Разговор поддержать очень личный. Головой не вертеть, не чихать, не сопеть. Ах, как трудно быть дамой приличной. Не кричать, не сморкаться и не вражаться. Решено, буду дамой приличной. Кофе утром пью, дамой приличной. Кофе утром пью, дамой приличной. Чтобы был цвет лица симпатичней. Прекрасный очаровательный дуэт «Хвостики» получает спецприз фестиваля «Надежда нашего фестиваля». Будем ждать девочек в следующие года. А на сцену выходит дуэт «Контраст», город Сергиев Посад, Елизавета Голосова, Светлана Ким. Дуэты «Старшая возрастная группа». Мы исполним песню Веры Матвеевой «Море». Такая
большая лодка, мое голубое море. Не бойся, не потеряюсь, не потону, не сгину. Я просто зеленой льдиной на синей волне качаюсь, на синей волне качаюсь. Меня окружают рыбы, меня провожают крабы, плывут за мной томные слабы медуз разноцветные глыбы. И с криками носятся чайки, и с криками падают в море, и с криками падают в море. Качай меня, море, качай море, меня, море, неси меня, море, неси море, меня, море, такая море, большая лодка, мое голубое море. Дуэт «Контраст», дипломанты фестиваля «Журавлиная родина». Поздравляем девочек! А на сцену будут выходить ансамбли. Я приглашаю ансамбль КСП «Признание», старшая возрастная группа. Дарить вам свет незримым тоненьким лучом, ненужной маленькой тринадцатой струной. Просвета нет, и снег здесь вовсе ни при чем, мы просто скоро возвращаемся домой. Я в свой, вы в свой город, до свидания, будет все у вас хорошо. Дарю вам свет, мчатся кони, чтоб успеть, густые гривы застилают им глаза. Нам столько лет, нам столько песен надо спеть, нам столько сказок надо рассказать. Крик в крик, боль вдаль, в голос, до свидания, будет все у вас хорошо. Счастья вам, мира в дом, в голос, до свидания, будет все у вас хорошо, будет все у вас хорошо. А
Ансамбль «Признание» из города Новоуральск Свердловской области получает звание лауреата 30-го фестиваля «Журавлиная родина». Поздравляем! А на сцену выходит старший ансамбль студии авторской песни «Журавлиная родина», город Сергиев Посад. Мы исполним песню Юлия Кима «Вилли Билли Джон». Продолжает наш гала-концерт ансамбль «Жемчужина», город Тверь. Юрий Висбор, наполним музыкой сердца. Своих мучителей
дождемся ж на конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золочен. Друзья, поздравляем еще одних дипломантов фестиваля «Журавлиная родина» ансамбль «Жемчужина», город Тверь. И завершать выступление ансамблей будет квартет «Фантазеры», город Ярославль, клуб «Акварель». Раз, 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 два, три. Раз, два, три, раз, два. Раз, два. Песня Юрия Висбора «Я гляжу сквозь тебя». Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы, сквозь глаза, на пространство земли, где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат о причал корабли. Где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат о причал корабли.
гребни каменных гор машут сорванным снегом. В мачтах молнии встает, как дредноут гроза, и плывут облака по глазам, как по небу истекает луны золотая слеза. Я иду сквозь тайгу по весне белокрылой, по колено в воде, по разливам бреду. Я иду сквозь тебя, пока есть мои силы, даже если уже никуда не иду. Я иду сквозь тебя, мои силы, даже если уже никуда не иду. Дорогие друзья, мы с вами поздравляем лауреатов фестиваля «Журавлиная родина» — квартет «Фантазеры». Ну, наверное, вы уже слышали о том, что мы в этом году проводили конкурс в двух форматах. Первыми присылали свои видеозаписи участники онлайн-конкурса. И к нашей великой радости некоторые, отмеченные на этом конкурсе участники, приехали сегодня к нам на гала-концерт. Вот сейчас выйдет дуэт, который покорил абсолютно всех. Кто бы ни смотрел, у каждого сразу поднималось настроение. Я приглашаю на сцену дуэт «Клеймонята», город Тверь. Стихи Тима Собакина, музыка Сергея Светлова. Голые животные. У животных нет одежды ни для ног и ни для рук. Ходят звери, как и прежде, без ботинок и без брюк, без носков и без рубашек, и, простите, без трусов, от малюсеньких букашек до огромнейших слонов, до огромнейших слонов. Вот одеть бы их по моде, нарядить и так и сяк, чтоб, гуляя на природе, люди видели бы, как щеголяют бегемоты в разноцветных пиджаках, а коровы носят боты на высоких каблуках, на высоких каблуках. Впрочем, это лишь надежды, вызывающие смех. У животных нет одежды, только шкура, только мех. Только мех и только шкура, от копыт и до горба. Уж такая их натура, уж такая их судьба, уж такая их судьба. У животных нет одежды ни для ног и ни для рук. Ходят звери, как и прежде, без ботинок и без брюк. Вот я просто счастлива, что девочки смогли приехать к нам на гала-концерт. Мы с вами поздравляем лауреатов онлайн-конкурса 30-го фестиваля «Журавлиная родина».
Как вы понимаете, что, наверное, не просто так появляются такие одаренные дети. Наверное, для этого должно быть стечение многих обстоятельств. И я считаю, что одним из главных обстоятельств является то, что у этих детей не менее талантливая, обаятельная и совершенно чудесная исполнительница «Мама». Наш концерт продолжает Ирина Клейман. Здесь тепло-то, вот это да, здесь еще теплее, чем в зале. Благодарю. Во-первых, я хочу сказать, что мне посчастливилось, и вообще я всех и каждого поздравляю, из тех, кто организовывал, из тех, кто пел, из тех, кто присутствовал, с тем, что мы, касаемые вообще этого прекрасного действия юбилейного фестиваля. Я вас с этим поздравляю. И, конечно же, хочется от всей души пожелать, чтобы этот музыкальный клин во главе с прекрасной волшебницей, с такими талантливейшими выпускниками, с такими чудесными новыми детьми, чтобы этот клин летел очень-очень долго и уверенно. Ну, а я хочу исполнить для вас сегодня песню Ольги Качановой и Вадима Козлова «Красная птица». Красная птица, высокое горло, зыбкие перышки цвета шафрана, что тебя гонит, печаль или голод, на белой бумаге рваная рана. Обнимала холодные крылья, я целовала уснувшие веки, но нарисованных глаз не открыла. Прекрасная птица на тоненькой ветке, на белом листе. Меня ждет, да, конечно, забудут песенку ту, что негромко поется. Лис за листом нераскрашенных будней, а что остается, что остается? Только любовь. Стоит четвертовать эти дни золотые. Дело не хитрое, дело простое. Мне птиц рисовать, пока не остыли ни краски, ни кровь. Сбудется все, но с последней попытки жизнь начинается с третьего круга. Вот бы прожить, не считая убытки, рисуя друг друга, целуя друг друга. А как же еще? Только любовь, а иначе не стоит. Спасибо.
Я сердечно благодарю Ирину, творчество которой давно нежно люблю. А, дорогие друзья, у нас в онлайн-конкурсе было много авторов, что вообще всегда меня впечатляет. И вот один из авторов, достаточно юный, ироничный, всех покорил ужасной песней. Олег Шувалов, город Ногинск. Ужас. Самых чистых пеленок каждый знает ребенок, об ужасе под кроватью, живущим во тьме ночной. Он там в полумраке дышит, и только ребенок слышит, как под кроватном пространстве кряхтит этот самый чужой. А я не испытывал муку, придумав отличную штуку. Всю жизнь свою с малолетства я проспал на полу. И ужас меня не тревожит, сомнение меня не гложет. Да и с кровати на пол во сне я не упаду, во сне я не упаду. Да мне замечательно спится, и ночью прекрасное снится. Вот только чего-то боится и часто ночами кричит. Тот, кто в уютной постели всегда надо мною спит, всегда надо мною спит, всегда надо мною спит, всегда надо мною спит. Дорогие друзья, мы поздравляем Олега со званием лауреата онлайн-конкурса «Журавлиная родина». И вместе с его призом мы просим передать благодарственное письмо Елене Геннадьевне, которая не первый год блестяще готовит участников к нашему конкурсу. Передать диплом Бессоновым Юлии и Олегу. Вы помните их по прошлым годам? Они... Подожди, не уходи. Стой. Еще из Ногинска Елизавета Заварина становится дипломантом онлайн-конкурса, и звание лауреатов получает ансамбль «Штрихи». Вот такой урожай собрали ребята на этом онлайн-варианте. Поздравляем. А на сцену выйдет человек, который принимал участие в «Журавлиной родине» очень много раз. Он был лауреатом в разных номинациях, и сегодня он приезжает как один из соруководителей прекрасной делегации, делегации «Парусника» из Москвы. Я с удовольствием приглашаю на сцену Андрея Панченко. Добрый вечер, или еще добрый день. Да, если можно, чуть-чуть повыше. Хочется сказать, что вчера был очень трогательный спектакль. И вот когда собирались на фестиваль, да, в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, были такие постоянные напоминания, что вот посмотрите, какие были спектакли предыдущие года. А какие были конкурсы, посмотрите на себя или там на мастеров, угадайте, кто они были. И поэтому хотелось посмотреть, вот, но на себя, конечно, смотреть не хотелось, потому что это какой-то такой фейспалм. Но к чему я все веду? Тема памяти. И мне показалось, что это очень здорово, очень... То, что к этому на этом фестивале относится трепетно и бережно.
Вот, поэтому песня на стихи Вадима Шефнера «Переулок памяти». Есть в городе памяти много домов, широкие улицы тянутся вдаль, высокие статуи на площадях стоят и сквозь сон улыбаются мне. Есть в городе памяти много мостов, в нем 40 вокзалов и 7 пристаней, но кладбищ в нем нет, крематориев нет, никто в нем не умер, пока я живу. Есть в городе памяти маленький дом в глухом переулке, поросшем травой. Разбито окно, заколочена дверь, перила крыльца облетает вьюнок. Я в тот переулок, забытый в бегу, у старого дома замедлю шаги, и девушка в платье весеннем сойдет с улыбкой ко мне по ступенькам крыльца. И сразу же трещины избороздят асфальт и высокие стены домов. Витрины растают, как льдинки весной, и стены, как башни, начнут оплывать, осядут. В реке растворятся мосты, расплавятся статуи на площадях. С вокзалов уйдут без меня поезда, от пирсов уйдут без меня корабли. И я буду шагать сквозь дома и мосты, на берег другой перейду без моста. Над стержнем, над омутом, над Быстриной, такое уж чудо случится со мной. Я в тот переулок, забытый в бегу, у старого дома замедлю шаги, и девушка в платье весеннем сойдет с улыбкой ко мне по ступенькам крыльца. Не надо ни поезда, ни корабля, мы выйдем в неведомые поля. Оглянемся, города нет за спиной. Когда-нибудь это случится со мной. Спасибо большое Андрею. Будем ждать новых песен и обязательно новых встреч. Ну, а сейчас, друзья, мне хочется провести церемонию награждения исполнителей, которые начинали наш гала-концерт. Жюри горячо-горячо спорило, им было трудно принять решение. Тем не менее, давайте же узнаем. В младшей возрастной группе звание дипломанта получает Кристина Котляр, город Москва. Поздравляем! Забирай пакетик. Звание дипломанта получает Анна Бокова, город Новоуральск. Оставайтесь на сцене, мы сделаем такую коллективную фотографию. Держанечка. А разверните дипломчик, чтобы было видно. Вот, разворачивайте дипломы. Звание дипломанта получает Александра Кузнецова, город Сергиев Посад. А вот звание лауреата жюри присудило Алексею Астахову. Лешенька, мы совершили здесь ошибку, мы тебе перепечатаем. Извини, пожалуйста, это случайность, да? Вот, ну что ж, друзья, приветствуем наших самых юных. Я понимаю, что у журавлиной родины есть будущее, когда юные исполнители такого уровня. Поздравляем вас, ребята. Спускайтесь. Следующую парточку.
Дорогие друзья, сейчас мы награждаем дипломанта в номинации исполнителя в возрасте от 12 до 14 лет Олега Пелевина, город Ярославль. Дипломантом в этой же номинации становится Алиса Шимардина, город Пермь. Алиса, это твой дипломчик, это Алия. Я должна сказать, что так интересно иногда распределяются итоги фестиваля. Я хочу сказать, что Алиса стала лауреатом в онлайн-конкурсе, но они приехали на очный тур, и мы решили, что на общих основаниях вместе со всеми. И вот теперь получилось так, что звание дипломанта получает Алиса. Это твой диплом лауреатский. Звание дипломанта жюри присудило Алисе Сутерминой, город Москва. И она же награждается дипломом в номинации композитора от 12 до 14 лет. Поздравляем. Ну, друзья, приветствуем лауреата в этой средней возрастной группе. Николай Рыбаков, город Сергиев Посад. О, все. Разверни диплом, возьми пакет. Сделайте кто-нибудь фото наших награжденных. Ура! Поздравляем, ребятки. Все, спускайтесь. А теперь у нас идут награждаемые в старшей возрастной группе. Дипломант в номинации исполнителя от 15 до 19 лет Сабина Сулимова, город Тула. Поздравляю. Оставайся. Я приглашаю для вручения диплома Ольгу Шишову, город Ярославль. Дипломант в номинации исполнителя 15-19 лет. Так, Олечка сейчас подойдет. Еще один дипломант из города Ярославль, Кирилл Луговской. Знаем. Оставайся, Олечка. Встаньте так, чтобы вас было видно, и дипломы разверните, чтобы было видно, что это диплом. Кирилл, поздравляем. О, братцы, слушайте, вот видите, я даже не видела результатов. Лауреат в номинации исполнителей 15-19 лет Илья Куприянов, город Сергиев Посад. Фотографы успели запечатлеть наших героев? Поздравляю вас, ребятки! До новых творческих успехов! А что мой ансамбль? Почему дипломы у меня в руках? Все. Ну что ж, друзья, у нас всегда на фестивале бывают новые имена. Есть друзья, которые с нами 30 лет, есть друзья, которые были вот буквально совсем недавно. И я всегда радуюсь, когда можно Сергиеву Посаду представить новое имя. Вы знаете, что мы много лет ездим на фестиваль 4 четверти в город Ярославль. Мы полюбили этот фестиваль, мы на нем заряжаемся, мы получаем заряд такой творческой энергии. И, наверное, благодаря тому, что руководит жюри на этом фестивале, Михаил Соловьев. Он сегодня у нас в гостях, город Ярославль. Участники фестиваля, глубоко уважаемая Светлана Ивановна, глубоко уважаемая Ольга Михайловна, глубоко уважаемый маэстро, члены жюри, дорогие гости, 30-летие фестиваля «Журавлиная родина» — это большое событие в российских масштабах. Я думаю, что без преувеличения можно сказать, что это флагман фестивального детско-юношеского движения. Мы страшно гордимся тем, что ребята из Сергиева Посада участвуют в фестивале 4 четверти Сахарежья Ярославской области. Владимир Маяковский, «Лилечка» вместо письма. Табачный
Воздух выел, комната, глава в крученыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из ругов. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рука. Выбегу, тело в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь, отчаяньем иссечать. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. А кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, он царственный ляжет в обожаренном песке. А кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, ни властно лезвие, ни одного ножа. Выбегу, тело в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь, отчаяньем иссечать. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. С юбилеем, друзья! Спасибо большое Михаилу. Я с удовольствием приглашаю на сцену любимую руководительницу творческой мастерской, которая даже тех, у кого никогда не звучал голос, научит это делать за несколько движений. Екатерина Божева продолжает наш концерт. Повыше, повыше. Да, вот так. Друзья, добрый день. Спасибо каждому, кто пришел в мастерскую. Спасибо вам за доверие. Невероятно приятно всегда видеть ваш рост. И вчера в творческих мастерских я с наслаждением слушала огромное количество песен Виктора Семеновича Берковского. И у вас это действительно очень здорово получается. Спою для вас тоже сегодня песню на музыку Виктора Семеновича, а стихи Юны Петровны Морец. Можно больше гитары. Хорошо. И чуть-чуть больше голоса в монитор. Гитары можно еще чуть-чуть. Стремятся на землю дома.
лица, и ты, голубая, над Ригой шумят, шелестят снегопады, утопли дороги, недвижны трамваи, сидят на перилах чугунной ограды. Я черная птица, и ты голубая. Согласно прогнозу последних известий, неделю нам жить по снегу топая, а в городе вести скитаются вместе та черная птица и та голубая. Две птицы скитаются в зарослях белых, высокие горла в снегу выгибая. Две птицы молчащих, наверное, беглых. Я черная птица, и ты голубая. Журавлиная Родина, дорогие, с юбилеем вас! Спасибо за то, что вы есть, спасибо. Вдохновение, друзья, вам. Всех самых больших благ и благословений. Будете вы с Никитой, нет? А мы сейчас поймем. Поймете, да. Хорошо, тогда у нас небольшие перемены. Слушайте, ну так бывает, когда очень много задач, которые нужно очень быстро решить. У меня огромная просьба.
Во-первых, те исполнители, которым мы вручили дипломы, но почему-то не вручили кому-то случайно, могли не вручить призы, пожалуйста, зайдите к нам за кулисы, мы исправим свою ошибку. Еще огромная просьба подойти с тем призом, который мы вручили, Алексея Астахова, сюда за кулисы. Мы, во-первых, должны исправить дипломчик, в котором есть ошибочка, и исправить ту ошибочку, которая у нас с призом получилась. Ну, в общем, 1 апреля было вчера, а шутки сегодня, ничего страшного. Я с удовольствием приглашаю на сцену неоднократного лауреата «Журавлиной Родины». Вот человека, который со мной тоже с самого-самого момента создания студии «Журавлиной Родины» и самого первого фестиваля «Журавлиной Родины». Ольга Беленкович продолжает наш концерт. Спасибо, Ольга. Еще одну исполнительницу я приглашаю к микрофону, которая с самой первой «Журавлиной Родины» все 30 лет не пропустила ни одного фестиваля. Ксения Машкова. Да, 30 лет — это не шутки. Оно не сразу доходило. Вот перед самым фестивалем, буквально за неделю, пришло осознание, что вот целая жизнь. Стихи Андрея Вознесенского, музыка Дмитрия Бекчентаева. «Милый мой друг». Милый мой
мой супруг незаконный, я умоляю тебя и кляну, сколько угодно целуй незнакомых всех, полюби, но не надо одну. Сколько угодно целуй незнакомых всех, полюби, но не надо одну. Это зовется в моих телеграммах, что нам пронзит за страною страну. Сколько угодно гостей в этих странах всех, полюби, но не надо одну. Милый моряк, нагуляешься, свистни в сладком плену или идя ко дну. Сколько угодно шути, своей жизнью не погуби, только нашу одну. Сколько угодно шути, своей жизнью. Не погуби. Если вы привыкли к тому, как Ксения поет сольно, как она поет в квартете, как она поет в ансамбле выпускников, то вы знаете, у нас на фестивале могли складываться неожиданные коллективы. Иногда коллективы назывались «Транзит». Это были участники из разных городов. Иногда встречались коллективы, которые могли объединяться через несколько поколений. И вот сейчас произойдет такой сюрприз. И для меня в том числе. Потому что ребята, которые выпустились из «Журавлиной Родины», я уже к концу дня начинаю говорить, уже еще не конец дня, но я уже начинаю говорить не так внятно. Эти ребята встретились на репетициях при подготовке нашего спектакля, который мы вчера показывали, но были неоднократно лауреатами «Журавлиной Родины», правда, в очень-очень разные годы. Я предлагаю вашему вниманию неожиданный дуэт Анастасия Балашова и Владислав Ким. Помогает нам незаменимая Таня Кузнецова. Мы исполним песню на стихи и музыку Алексея Ващенко «Нержавейка». Thank you.
сегодня выдалось просто чудо плюс к известным всем семи. Обними меня, мы так давно не виделись, прочь условности возьми и обними. Все планеты на ночной парад построились под командованием матушки Земли. А полночное светило нас с тобою осветило, чтобы узнать с тобой друг друга мы могли. Это кто такой веселый там в сеневом плаще, иностранными штанами розовеет? Слава Богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Слава Богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Кто же знал, насколько крепко все завяжется, ведь порой в разлуке год идет за три. И, конечно, жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще, черт нас подери. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, что, конечно же, весьма-весьма важны, выражаясь откровенно, совершенно непременно, друг у друга быть мы все-таки должны. Правы, Боже, да чего же мы не виделись давно, но от времени вино не дешевее. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Все планеты чуть из графика не выбились, торопясь на наш сегодняшний парад. Обними меня! Мы так давно не виделись, и давай сюда свой фотоаппарат. Вспышка вспыхнет и замрем в дурацкой позе мы, словно памятник сбывающимся снам. Чтоб однажды наши внуки нас нашли бы в телеграмме? Нет, ВКонтакте. И немножко позавидовали нам. Скоро время и пространство растворят нас без следа. Нашу пыль и трак грядущие развеют. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Ну пусть никогда не заржавеют наши сердца, наши души. Ребятам аккомпанировала Татьяна Владимировна Назарова. Почему я эту исполнительницу называю по имени-отчеству? Потому что к моей великой радости у нас в Журавлиной Родине появился еще один преподаватель. Татьяна Владимировна. Вы знаете, она не только хорошо играет, она блестяще поет. И вместе с ней сегодня Валентина Жогова. Добрый день. Ну что ж, здравствуйте всем. Для меня тоже бесконечно дорого все, что связано со студией, Журавлиной Родиной. Важно то, как мы наполняем друг друга теплом, заботой и любовью. Вот. И когда-то, почти 20 лет назад, на этой сцене я исполняла одну песню, которую сегодня мы исполним вместе с Валей. И этой песней мы хотим пожелать дорогой, любимой Журавлиной Родине много лет процветания. Сергей Никитин. Стихи Евгения Евтушенко «Нет лет». Нет лет, нет лет, нет лет. Вот что кузнечики стрекочут нам в ответ. На наши страхи постаренье и пьют росу до иступленья, вися на стеблях на весу, с алмазинками на носу.
и каждый крохотный зелененький поэт. Нет лет, нет лет, нет лет. Вот что звенит, как будто пригоршня монет. В кармане космоса дырявом горсть планет. Вот что гремят, не унывая, все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке. Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске. Нет лет, нет лет, нет лет, и превращается закат опять в рассвет. Мы все, впадая с дуру в статность, себе придумываем старость, как не любого старика. Ты в нем найдешь озорника. Ну что за жизнь, когда она сама запрет? А женщины не молодые, все это девочки седые. Их седина чиста, как яблоневый цвет. Нет лет, нет лет, нет лет. Нет лет для всех Ромео и Джульет. В любви полмига, полстолетия. Полюбите, не постареете. Вот всех зелененьких кузнечиков совет. Любить, быть вечным во мгновенье. Все те, кто любит, это гений. Нет лет, вот гении в секрет. Вот что гремят, не унывая, все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке. Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске. Нет лет, нет лет, нет лет. Нет лет, нет лет, нет лет. В любви полмига, полстолетия. Полюбите, не постареете. Вот всех зелененьких кузнечиков секрет. Нет лет, нет лет, не сплю, хотя давно погас в квартире свет. И лишь наскрипывает ряхлый табурет. Нет лет, нет лет, нет лет. Нет лет, нет лет, нет лет. Нет лет. Ой, действительно, когда смотришь на такое чудо, ощущаешь, что лет на самом деле нет. Дорогие друзья, нет лет у тех, кто занимается с детьми у себя на местах. Правда, это всегда молодые, всегда энергичные, всегда творческие, но неимоверно выносливые люди, которые готовы нести на себе вот это бремя, быть руководителем детского коллектива авторской песни. Разрешите, я от всего сердца вас поблагодарю, мои дорогие коллеги. Мы вручаем вам благодарственные письма. И если сейчас вы услышите фамилию руководителя, который не приехал, но вы приехали с родителями, выйдите, получите благодарственное письмо и передайте дома. Награждается Наталья Васильевна Степанова, город Тула, руководитель народного коллектива авторской песни «Бригантина». Если есть, а вот вижу, да, Сабина поднимается. Сабиночка, оставайся на сцене, пожалуйста. И мы потом будем уходить в кулисы, там еще у нас маленькие подарочки для вас есть. Петровская Елена Андреевна, руководитель делегации клуба авторской песни «Перекресток», которым руководит Татьяна Викторовна Белая. Передаем благодарственные письма руководителю. Я приглашаю руководителя студии авторской и бардовской песни «Бригантина» Оксану Александровну Кириллову.
Поздравляем, благодарим сердечно. Я приглашаю руководителей клуба «Парусник» Елену Александровну Котляр и вместе с ней ее помощников. Город Москва, клуб «Парусник». Не уходите, не прячьтесь за меня. Вы нашли спину, за которую прятаться захотели. Можно. Я приглашаю Оксану Владимировну Васильеву, руководитель клуба мастерской «Васильевка», Оренбургская область, город Новотроицк. Поздравляем, Оксаночка. Впервые у нас на фестивале, я надеюсь, что понравилось и будут к нам еще приезжать, Наталья Евгеньевна Овчинникова, город Новоуральск, Свердловская область. Оставайтесь на сцене. А Ксения Юрьевна Кузнецова, она в этом году и руководитель своего воспитанника, который принимал участие в конкурсе, и член жюри нашего фестиваля. Ксения Кузнецова. Выпускница клуба «Перекресток», а ныне соруководитель, Дарья Денисовна Данилина. Вот видите, я хоть отчество поузнаю, а так Даша, Дарья Денисовна. Ну, многочисленная делегация, которая вообще на себе тянет очень много. Светлана Алексеевна Дудалева и вместе с ней ее помощники. Народный образцовый детский коллектив авторской песни «Акварель», город Ярославль. Ирина Генриховна Конова, город Сыктывкар, республика Коми. Поздравляем вас, благодарим сердечно. Светлана Анатольевна Тюрина, город Тверь, руководитель народного коллектива ДК «Химволокно». Калишева Светлана Юрьевна, город Москва, руководитель ансамбля «Песенка». Мы написали благодарственное письмо Осипенко Любови Вадимовне из города Пермь, но вручать будем вот маме Алисы Шамардиной. Ну вот, или Алисе самой. Это для Любови Викторовне. Сечка. А смотрите, сколько Светлана на сцене стоит, да? Обратили внимание? Еще один руководитель, который тоже отпочковался от студии «Серебряные струны», выпускница этой студии, ныне руководитель делегации, Лада Евгеньевна Полиганова, город Санкт-Петербург. Сдвигайтесь немножечко. Лада Евгеньевна, спасибо большое, с котиками. Ну что ж, друзья, всегда низко кланяюсь. Знаю, что такое руководить большим коллективом. Знаю, что такое воспитывать тонкие творческие души. Это всегда и радость, и слезы, и вдохновение, и отчаяние. Все в одном флаконе. Спасибо вам, родные. Успехов, здоровья, здоровья и много нам новых встреч. Но вы знаете, фестиваль не обходится без сюрпризов. Сейчас мы приглашаем вас в зрительный зал, и для вас сейчас будут неожиданные сюрпризы, для меня самой в том числе. Наши гости любят придумывать какие-то такие неожиданные многоходовочки. Вот, если мы успели вручить всем пакетики, то спасибо, присаживайтесь в зал. А на сцену я приглашаю наших любимых Екатерину Божеву и Никиту Дорофеева. Мы делаем все, чтобы выйти из зоны комфорта, как вы видите. Все, самые безумные идеи возникают за сценой, мы только что оттуда.
И чего мы всегда вам желаем на мастер-классах, это получать удовольствие и радость от того, что вы делаете. И не бояться экспериментов. И во всем, что вы творите и вытворяете, быть собой, друзья. И вот мы тоже решили так смело сегодня поэкспериментировать с Никитой. Экспромт для вас. Песня Никиты Дорофеева. Серные ураганы сюда приходят сильнее и злей, путая траекторию корабля. Робот глядит на небо и дышит пеплом сухих морей. Скоро над горизонтом сойдет земля. Создатель заведет Создатель солнце заведет на пять часов утра лета. Робот опускает глаза. Робот опускает глаза. Нет ответа. Я знаю, кто-то и днем, и ночью там наблюдает за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Где бы вы ни были, различите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Скоро распустит солнце протуберанцы густых волос. Метеориты в звездной плывут пыли. Робот глядит на небо, в его глазах лишь один вопрос. Кто там не спит на той стороне земли? Создатель ключ от орбиты добавит звездного света. Робот повторяет вопрос, нет ответа. Я знаю, кто-то и днем, и ночью там наблюдает за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Где бы вы ни были, различите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Где бы вы ни были, различите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Земля, земля. Посылаю тебе земля, сигнал. Спасибо. Никита Дорофеев, нам помогал Андрей Нетесов. Журавлиная родина с 30-м с юбилейным фестивалем. Спасибо всем. Ну, друзья, мы близимся к финалу. Я хочу вам сказать, что, конечно же, у нас студия детско-юношеская и фестиваль детско-юношеский. Но, как вы понимаете, дети талантливые, потому что у них есть талантливые родители. И так получилось, что пели-пели мы с детьми, а родители стали говорить, а что это вы только с ними поете, мы тоже хотим. И появился совершенно замечательный коллектив, которым я очень дорожу. Дорожу, потому что они большие помощники. Они с большой ответственностью относятся к тому, что я делаю, и дают мне такой заряд энергии. Поэтому я приняла такое вот решение, что мы этим ансамблем, который называется «Эскиз», будем петь в финале сегодняшнего концерта. И, может быть, вам покажется несколько громким то, что мы сейчас споем. Тем не менее, Володин гимн. Голос слаб, мне
сотни голосов подхватят песню, и сотни голосов подхватят песню. Одна свеча еще не есть пожар, одна гитара спящих не разбудит, но я начну, и тысячи гитар заглушат звон фанфар и гром орудий. Какой бы мрак ни застил небеса, какой бы лжец ни пребывал в фаворе, мы будем петь, и наши голоса зальются в хоре не для оратории. Кто нем, тот мертв, живой да воспоет свободу, но не ту, что дали свыше, а ту одну свободу и свобод. Жить так же, как поешь, а петь, как слышишь. Жить так же, как поешь, а петь, как слышишь. Я приглашаю всех участников концерта на сцену. Дорогие мои, скоро мы разъедемся, мы скажем друг другу до свидания. Пусть нас ждут только самые светлые моменты впереди. Алинушка, спасибо, зайка, спасибо большое. Спасибо. Становитесь с нами, мы будем петь достать дорогие. Да, держи. Я уверена, что зал будет петь вместе с нами. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я, прищурившись, искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь лишь попу.